Ё-моё, что происходит? Всем привет, ребята, с вами Крикоспэй, сегодня играем в игру Palmera Orange, погнали. Туколски, мы появились на какой-то детской площадке. Здесь что-то чересчур темно. Ой-ё. Судя по всему, я прочитала, нужно найти документы об усыновлении. Ты только да, загалка? Умно. Не хочу читать. О, заебок. Мы с вами появились в детском приюте, где тетя Терестур с риском дикая атмосфера. Будем зажигать везде свети. Потому что они были с самого начала включены, я не знаю, почему здесь темно. Ладно, все, пошли. Не отвлекаемся на важные дела. И лучше себя не запирать. В случае чего можно просто взять и смыться. Ну что, погнали. Проверять каждое место и видеть жесть, которая происходила в этом странном приюте. Что же здесь происходило? Потом прочитаем. Что-то тут происходило, и почему такая дикость существует в этом месте? Это нам и предстоит узнать. Заткать для зажигалки. R, чтобы заправить зажигалку. Понятно, R. Мы внимательно осмотрим каждое из дверей. И узнаем все дикости и тайны этого ужасного места. А здесь, кстати, красиво. Рисунок добавили в инвентарь. Ключик от чего? Дай мне ключ. Заебись. Да, прикольно. Опыт старой книжной сказки, мистику и фантастику из детской книги долой. Не согласна, не поддерживаю. Мы сейчас находимся в жутком месте, где что-то, по судя по всему, должно происходить. Вот отсюда мне нужны ключи, да? Или отсюда. Но тут мы вроде бы все открыли. Все стены должны быть открыты, чтобы мы не перепутали двери. Идем сюда. О, угадала. Потом нужно будет ключи от этого места. Это такое. Бассейн. О, а это такое тогда было. Бля, только сюда близки увидела. Прикольно, что тут света загорит. Интересно, тебе за дикость мне предстоит узнать в этом затом месте. А от кого ныкаться будем? От кого ныкаться будем? Вот это очень интересно. Очень интересный вопрос. И надеюсь, мне я его узнаю. Закрыто. Открыто. Офигеть! Это за DSCP. Прикольно. Это за DSCP спускание в лестнице вниз. Нет, слава богу. Это просто какой-то подвал. Заткнись, бумажка. Мы исследуем каждое местечко. О! Закрыто. Но может будет подписан ключ. Ключ от подвала внизу. Кровь. Все на эти свидетельства идут в этот нижний подвал. Так, тут мы забыли. Пошли сюда. Закрыто. Тут это ныкаться. Интересно. А-а-а. Это опять заныкаться. Ныкаться мы не будем. Не знаю зачем, ведь от монстра какого-то. Выключите его, выключите ее. И всему она работает. Не зря тут хорошее электричество. Сколько у меня жидкости для зажигалки-то имеется. Чё? Не страшно, но я увидела рисунок. А, не страшно.
Весь мир будет нас. И космос тоже. ТСА нас не выиграет. Мы будем первее их. Ладно, хуйню хоть сказала. Зато тут горит свет. И иногда тупо темно вообще. Как в пещере. Вот это боско. Жесть. Жесть. Дикость. Как можно работать с такими светями, я не понимаю. Жесть какая-то. Свет есть, они какую-то хрень страдают. Ох, ебан, сколько тут ключей. Ключ от архива. Чё? Нажмите ЛКМ, потруднее найти, пока вас находится внутри. Спрятаться в скаф. Ладно, удобненько, что показывает этот диск, пока когда я тут. Кто такой хотя бы? Офигеть. Маньяка, ну конечно. Удобно, что это здесь появляется, потом... Ну, удобно, что показывается время, когда он появляется. Он же понимает, что не всегда здесь будут ясики. Или разработчики этого не понимают. Не понимают. Архив. Как я угадала, кстати. А ведь думаю, посла. Тут нет никого, да? Я не буду закрывать дверь. Мост не топать, пожалуйста. Мало того, тут маньяки бегают. Ты что, ты топаешь? Аниматроников не сдать. Поняли, кейс аниматроникс. Ладно, не смешно. Я просто вам дала понять, что возможно это как и будет. Какие-то документы остались внизу, там может быть что-то важное. Чё? А чё вот? Кого ты испугался, кто? Я не испугался, ты испугался. Где я потом скаф сейчас найду, а? Ну совсем уже оборзели. Внизу я документы уже все нашла. Ключи, кстати, я не нашла, поэтому идем сюда. Закрыто. Мы идем сюда. Тут закрыто. Самое. Мы идем сюда. Закрыто. А чё за дичь? Там было закрыто внизу. О, теперь открыто. Да. Наверное, так повлияет сюжет, ну ладно. И это-то сделаем. Это выиграем. Ну, конечно, закрыто. Вот тут пароль будет. Если он будет так везде ходить, я так никогда не выиграю игру. Потосы зажигалку. На всякой. Переплав. Мне немного зудка. Чуть-чуть.
нахрена ему это надо, мне тело? Профигеть! Целое кладбище, офигеть. Нахрена мне кости-то? И полиция до сих пор ничего не обнаружила. Почему я не удивлена? Бля, я думаю, тут пароль написанный. Было бы куда понятней. Закрытом. Играем до первой смерти. Так. Нахрена ему все это здесь? Чтобы он взорвался, блядь, придурок. Одна тоже не понимаю, что происходит тут. А, я была тут уже. Говорите. А, не, не была здесь. Заебал. Наконец-то. Как тут все неоднозначно? Ой, в половине случаев мы забыли, в половинах нет. Есть полокарту забасли. Полокации. Ой. Кто-то в лапу снесет, да.
Не знаю. Мысли. Чё я упустила? Если тела, что здесь происходит? Так, короче, все мне записки, возможно, тут есть код. Приятель детского дома, наслед продолжали половину. Какая-то Т. Однуха. Я потерял все. Немного сутка. Мост собрать надо. Человечка.
Здесь нету. Тимон, заныкаться. Сказали, возможно, меня не увидит. Ё-моё, что происходит? Блять, дай прочитать ты. Ты 994. Давайте попробуем использовать этот пароль. Хоть если проиграем, мы ладно. Я даже не испугаюсь. 1994. Она была закрыта, хрен в здание войдет. Так, восточного коридора. Я даже знаю какого. Представить эту дичь, которая здесь происходит. Ой! Ай, блядь, а я испугалась. У меня нету тут. Чем можно заныкаться? Или есть? Но я не увидела лично. А, есть, я просто слепая. Теперь главное задача выбраться отсюда. Почему это меня не нашла полиция? На полиции до фонаря что здесь происходит? Напугал! Ну вообще где вниз, а не вверх. Чего?
Чё? А нет, надо зажигать. И я стою. Блять, там музыка только так она повернется. Блять, ну побег от маньяка, это неинтересно. Ну засыбись. Тут пусто. Hellcat.